Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Питер Видео с Анной СМИ. И как вы уже видели по обстановке, да, вот по такой красоте, мы делаем небольшое видео с Ирочкой. Подготовили для вас очень много. У нас в магазин был привоз. Здесь много самой разной, разнообразной красоты. Какие-то перевыпуски, новые шелковые платочки, новые платочки разных размеров, колориты. Допустим, то, что вы знали в одном колорите, сейчас представлено в других колоритах. Но вот некоторые девушки задавали вопрос, почему, да, в магазине есть, а на сайте нет. Ну вот, девочки, вот так случилось. Вам предоставлена прекрасная возможность прийти в магазин, все посмотреть, все примерить. Вот, и вы будете самыми модными, да. Так что не ждите, когда все появится на сайте. Конечно, у кого нет возможности, да, тогда надо подождать. Но у кого есть возможность, это лишний повод заглянуть в магазин Павлово-Посадских платочков в наш любимый Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 28. И давайте приступим к обзору. Ирочка нам подготовила очень много-много интересного. Конечно, мы не в силах все обозреть. Вот, для этого нужно очень много времени. И поэтому мы лишь, так сказать, покажем вам наиболее яркие фрагменты и яркие платочки, на наш взгляд. И новинки. Итак, девочки, смотрим. У нас вот сейчас мне Ирочка подготовила платок «Золотой петушок» из шелка. Вы помните о том, что у нас есть шерстяной платок из 125x125 Елена Жукова в шерстяной, да, шерстяная бахрома. Не шерстяная бахрома, извините, шерстяная ткань и шелковая бахрома. И, кстати, у меня один из таких платочков есть, я его в свое время показывала. А вот здесь у нас появился шелк. Вот такой красивый, замечательный атлас. Это новинка, поэтому вы можете прийти, посмотреть, примерить. Я очень люблю шелк, у меня просто глазки загорелись, когда я его увидела наяву. Вот так он выглядит, художник Елена Жукова. Очень приятный. Конечно, девочки, цены все, так сказать, выросли, но сейчас все выросло. Поэтому имейте в виду, что хороший подарок будет, допустим, для вас, для ваших близких. Это у нас «Золотой петушок» Елена Жукова. Второй колорит «Шелк атлас». Вот так он выглядит. Да, очень красиво мерцает, блестит. Ну, просто, вы знаете, само воплощение петушка. Вы понимаете? Привлекательного, красивого, симпатичного, завлекающего. Следующий колорит посмотрим. Тоже очень красиво, посмотрите. Вот так. В таких очень приятных, нежных, прохладных оттенках. Сейчас посмотрим. Так, вот посмотрите, как красиво. Посмотрите, как он приятно поблескивает. Итак, это у нас оттенок номер 15. Вот, давайте я немножко примерю на голове. Ну, посмотрите, какое чудо. Посмотрите, как хорошо. Вообще, шелковый платочек – это прекрасный подарок. Не за горами у нас уже Новый год, да, и надо подумать о том, что подарить своим близким, родственникам. И вот я считаю, что это не только красивый, эстетичный подарок, платок, но и, в общем, очень практичный. Может быть, сам человек себе бы не купил, а вот если вы подарите, это, я считаю, что очень хороший подарочек. Вот такой зелененький, симпатичный. Кстати, девочки, кто-то писал, что эти платочки еще пока не показывали. Вот в интернете у нас, вы знаете, несколько блогеров, девочки делают видео из своих магазинов. Вот. Ну, что-то показывали, что-то не показывали. Это зависит от того, что пришло. Вот. Но такой очень симпатичный. Так, это у нас оттенок. Сейчас мы с вами расскажем, какой-то у нас оттеночек. Так. Номер 9. Девятый оттенок, девятый колорит. Дата выпуска 22 октября 2024 года. Так, следующий. Вот такой у меня есть платочек «Золотой петушок», только в шерстяной ткани. 125 на 125. Тоже очень симпатичный.
Смотрите, какой очень нежный. В зависимости от вашего, от ваших цветовых предпочтений, от вашего цветотипа, колорита, что вы хотите. Может быть, вы хотите нежный, вот такой нейтральный платочек себе приобрести для того, чтобы, ну, так сказать, смягчить черты лица. Вот, может быть, что-то хотите поконтрастнее, поярче. Тоже вот, пожалуйста, обращайте внимание. Вот такая красота. Шелковые платки я очень люблю, мне очень нравится. Так, следующий. Следующая серия у нас очень красивые платочки. Вы уже знаете, вот он был в свое время Париж, Париж, Москва, Париж. Появились два новых колорита. Сейчас я их примерю. Итак, один из колоритов, 13-й. Таких прохладных оттенках. Я знаю, что прохладные оттенки не очень популярны. Их очень любят, разбирают. Поэтому, ну, вот здесь Париж, Эйфелева башня. Здесь вот, пожалуйста, московские здания. Кому нравится. Так. Современный симпатичный платочек. Вот, посмотрите, как. Вот он смотрится. Хорошо уместен в таком, в городском стиле. Вот, поэтому... Если, допустим, по каким-то причинам вы раньше не покупали этот платочек, сейчас появилось три колорита, из которых вы можете прекрасно выбрать. Вот, посмотрите, как красиво. Вот, и еще один колорит в персиковых тонах, таких тепленьких. Но все равно, знаете, за счет вот атласа, он все равно дает какую-то прохладу, такая прохладца идет. Вот это поблескивание, мерцание. Нельзя сказать, что вот колорит полностью там холодный или теплый. Нет, вот за счет красивого и приятного материала вот такое создается впечатление такого легкого поблескивания. Второй колорит. Ну, вот такой персиковый, персиковый. Москва, Париж. На самом деле, это народная молва окрестила данный платочек Москва, Париж. На самом деле, это художник Инна Макоганчук. И название совершенно другое. Оно выражено в цифрах. Но Москва, Париж, это понятно. Когда вы говорите про такой платочек, про его название, то все понятно, о чем идет речь. Вот так. Вот такие интересные здания. Кстати, здесь очень такие симпатичные контрастные линии. Но когда вот этот платочек на мотке, то, честно говоря, невозможно понять, что это, как это. Просто очень интересно, красиво смотрится. Да, очень хорошо. И на голове. Вот так вот. Вот, очень симпатичный, поэтому обращайте внимание. Красиво. Следующий, еще один платочек. Это у нас золото Исиды, вид 16, Белокур Наталья. Девочки, у кого есть этот платочек, пожалуйста, напишите. Раньше, по-моему, он выпускался в крепдышине, а сейчас его выпустили уже в атласе. Вот такой интересный, необычный узор. Вот так. Видите, как он? Ну, кстати, красиво очень, симпатично. Такое в меру здесь золото, красивый шоколад. Я бы сказала, такие здесь какие-то вот интересные узоры. Линия, да, вот так, серединка, черный, но черный не затмевает. В общем, такой, ну, красивый узор. За счет материала он, мне кажется, очень эффектно смотрится. Вот, и вроде бы золото, но в то же время очень, знаете, хорошо, хорошо сочетается. Допустим, когда мы смотрели с вами, помните, платочек, который называется у нас... Какой я покупала платочек? Золотой, золотой, золотой такой.
тоже шелковый атлас. Одна из моих последних покупок. А, скоробей? Скоробей, да. Вот там скоробей очень, там много золота. Там очень много золота. И поэтому как бы он такой очень яркий, нарядный, насыщенный золотой. Здесь вроде бы, да, тоже золото и сиды, вроде бы золото, но посмотрите, мне кажется, очень дозированно и очень, как сказать, поспокойнее платок, и в этом его универсальность. То есть, например, скарабей, да, он такой более яркий, насыщенный, золотой. Здесь вот очень хорошо, мне кажется, более гармоничное сочетание. Но опять же, девочки, на любителя разные платки, разные сочетания, разные рисунки. Здесь вы можете выбирать. Но мне вот честно нравится. Я бы его купила, честно. Ирочка, он есть в наличии, да, у Один. вас? А? Было два, один остался. Уже все, девочки, уже все, один купили. Вот, может быть, я сейчас тоже куплю. Но если не куплю, у вас есть шанс. Либо на сайте, я не знаю, на сайте есть, не есть, но нет еще, да, вот Но видите, вчера девочки, не было. вчера не было. В общем, отслеживайте, если он будет в наличии, забирайте хороший, хороший платок. Мне очень нравится. Во, лайк. Так, девочки, хорошо, значит, мы сейчас с шелками разобрались, а я приехала, короче, за ночной серенадой. Это мой дубль, девочки, дубль. Люблю ночную серенаду и всем ее рекомендую. Когда меня спрашивают, какой платок подобрать к красному пальто, вот какой? Вот ночная серенада, я его носила, но я уже это, давно я его приобрела. Давно-давно и носила я его. У меня было красное пальто, оно и есть, кстати, видео где-то там есть. И вот очень хороший универсальный платочек. Это у нас оттенок номер колорит номер один. Ночная серенада 110. Платок чисто шерстяной. Набивной, шелковый, бахромой вид. Первый сорт, первый. Да, отличная. Шерсть, меринос. В общем, поэтому я вам очень советую, действительно, вот тактильно, вот мой первый платочек, но я его настолько заносила, что вот уже как-то на выход его не возьмешь, да, не оденешь, а вот так в частной жизни или дома, допустим, хорошо. Но мне нравится платок «Ночная серенада». Я считаю, что он универсальный, он классический, он подходит всем, в нем он не скучный, но в то же время он не яркий, он в меру сдержанный. Элегантный платок хорошо подойдет. Я его с плащевкой носила, и с пальто. И, в общем, для разных образов. Поэтому и хороший размер, и тепленький он. Поэтому советуем. Конечно, по цене он, допустим, подороже. Но очень хороший платочек. Поэтому я его возьму обязательно сегодня. Приехала исключительно за ним. Вот, ну, если вот так посмотрите даже. Вот красивый он. Очень хорошо смотрится для женщин любых параметров, да, и для хрупких, и для немножечко, так сказать, пообъемнее, поплотнее. В общем, красивый, посмотрите. И все закрывает. Надо, на голове замотали, надо, на шейке вот повязали. Очень красивый платочек, люблю его искренне и нежно. Елена Жукова, я считаю, что один из лучших. Хотя вот когда рассматриваешь на сайте, он, в общем-то, кажется таким незаметным, не очень ярким. Но в жизни он очень хорошо. И девочки, мне многие спрашивали, а что это? А что? А какой у вас такой красивый платочек? Они лишь увидели, знаете, уголок. Вот. И уже по уголку определили, какая это красота. Так, девочки, сейчас мы переходим к 125-м. Ирочка для нас подготовила, заботливо, она молодец, гостеприимная хозяйка, поэтому приезжайте в наш любимый магазин. Ой, какая красота! Девочки, какая красота! Так, это у нас. Это у нас. Сейчас столько много колоритов появилось, что, честно, не это. Ольга Лабзина. Надо правильно говорить. Мне вот Ирочка поправила, что надо так лабзина. То есть ударение на гласную И, на последний слог. Галина Соскова, художник, 14-й колорит. Ну, посмотрите, девочки, ну, какой красивый, прям морозный какой-то, знаете, очень.
Ну, посмотрите, какое чудо. Какая прелесть. Какая прелесть. Новые колориты. Новенькие, красивые, свеженькие, вкусненькие. О, вообще, какая прелесть, девочки. Ой, как я люблю. Как я люблю павлово-посадские платки. Ну-ка, посмотрите, какое чудо. Универсальный платок. Раньше он был только в белом колорите, но белый колорит, он очень нарядный, красивый, нежный. Но я считаю, что колористы правильно сделали, что разнообразили. Но посмотрите, какое чудо. Очень красивый, ну просто перфект. Ой, какой красивый. Красивый вот этот синий цвет. И красивые вот эти сочетания. Они какие-то морозные. Вот на зиму, девочки, великолепно. На головушке повяжут все. Размер 125 на 125. Давайте я вам еще его раскрою, покажу. Посмотрите. Ну, прелесть. Прелесть, девочки, прелесть. Он и нарядный, и элегантный. Очень красивый. Посмотрите, какая красота. Ой, мне тоже нравится. Очень нравится. Ну, посмотрите, как здорово. Чудо. Чудо чудесное. Посмотрите, как здорово. Ой, люблю, люблю. Универсальный платок, девочки, берите. Это у нас 14-й колорит. Шерсть мерино 100%. Очень хороший. Хороший вариант. Универсальный. Не маркий, да, не яркий. А вот такое, что-то среднее такое, знаете, универсальное, красивое. Кому идут такие вот красивые оттенки, обращайте внимание. Да и просто, знаете, не факт, что не идут. Надо померить. Обязательно надо померить. Следующая нижняя оттенка. Какая красивая. Вы знаете, это не передать словами. Это надо увидеть. Посмотрите, какая прелесть. Какие красивые оттенки. Это у нас, по-моему, 13-й, если я не ошибаюсь. Потому что Ирочка уже делала для нас обзорчики небольшие. Ольга... Я все время, знаете, вот когда стереотип какой-то складывается, как ты правильно называешь... Ударение ставишь, сложно перейти. Ольга Лабзина. Лабзина. Так... 13-й колорит. Тоже очень красивый. Он немножко понежнее. Может быть, не такой сильно контрастный, но тоже очень симпатичный. Посмотрите, какая прелесть. Какая прелесть. Ой, чудесный. И красивый цвет, необычный. Мне кажется, очень хорошо. Кстати, для любой внешности. И для контрастной, и для мягкой. Ну, красивый. Посмотрите, какой необычный. Чудо. Очень мне нравится. Как... А, девочки, напишите, пожалуйста, какой вам больше понравился? Какой колорит? 13 или 14? Какой бы выбрали для себя? Ну, очень красивый, девочки. Прям вот на зимушку-зиму очень хорошо. Посмотрите, какой. Ну, просто прелесть. Прелестный. Прелестный платочек. И сочетание красивое очень. Для тех, кто любит немножко по универсальнее, возможно, один, кто хочет чего-то такого необычного голубого, вот красивый 13-й. Обращайте внимание, приходите, примеряйте. Так, девочки, следующий у нас. Белопольные. Белопольные. Тоже мне очень нравится. Вот такая красота. Зелененький. Ольга. Лабзина, потому что Яков Лабзин, соответственно, Ольга Лабзина, потому что мы все время, наверное, неправильно ставили ударение, да, поэтому, ну вот, красавец такой белопольный, зелененький, кому нравится, обращайте внимание, вот, чудесный. Ирочка, нам потом журавушку. Ага, все, просто я не видела, да. Спасибо. Так, так, так. Ага, спасибо большое. Так, четвертый колорит. Четвертый колорит. Вот такая красота. Давайте я вам еще раз покажу. Так.
белопольный с зелеными акцентами, тоже очень красивый. Жена в подарок. Вот. Вот такая красота. Сейчас еще покажу. Так, следующий. Это у нас Ольга Лабзина. Колорит номер 3. Вот в таком, такой белопольный. Но уже здесь такие красненькие акценты. Такой бордовый акцент. Тоже очень красивый, нарядный платок. В свое время, когда я думала, какой мне платочек приобрести из этой серии, вот мне очень нравился именно вот этот, такой красный. С красными акцентами, он очень-очень освежает. Он, я бы сказала, очень такой нарядненький, симпатичный, освежающий. Но, опять же, это дело вкуса. Третий колорит, обращайте внимание. Так. Так. И теперь, девочки, мы с вами переходим к журавушке. Журавушка, красавец, новые колориты, эксклюзивные экземпляры Павлова-Посадского, магазина Павлова-Посадских платков на проспекте Просвещения, дом 28. Приходите, раскупайте, вы будете, можно сказать, впереди планеты всей. Здесь они есть, а на сайте нет. Вот есть возможность примерить. Может быть, вы захотите вот такой колорит, а может, какой-то выберете для себя другой. Раньше жаворонок у нас был в одном единственном колорите, в белом. Все любители уже давно приобрели. Но вот сейчас появилось некоторое разнообразие, появились несколько колоритов. Вы можете для себя выбрать. Художник Ирина Додонова. Рисунок все тот же, колориты разные. 14-й. Вот, посмотрите, какой симпатичный. Здесь у нас и орнаменты, и цветы. В общем, ну, очень симпатичный, на любителя. Наверняка найдутся все поклонники именно самого светлого колорита, белого. Но я думаю, что этот и вот другие колориты, которые появились, будет интересно вам посмотреть. Вот такая красота. Давайте попробуем, вы знаете, намотать вот так спереди. Как он будет смотреться у шейки. Вот так рисунок расположим. Смотрите, в серединке какой букет красивый. Гирлянды, узор, шелковая бахрома. Да, знаменитый значок Павлова-Посадского мануфактуры. Роза в ромбе. Смотрите, чудесный. Чудесный, очень красивый. Смотрите. Есть и контрасты, и есть такие нейтральные цвета, промежуточные. Но в целом, я считаю, что платок заслуживает внимания. И приглядитесь, присмотритесь к новым колоритам. Ну и сейчас, конечно, яркий красный, красный жаворонок. Ой, посмотрите, очень сочный, насыщенный, хороший цвет. Красный, он, знаете, он и не теплый, но он и не холодный какой-то, знаете, такой именно вот красный. Сейчас покажу. Вот такой он. И на этом прекрасном фоне еще больше, ярче смотрятся вот эти все замечательные узоры. Так, вот так. Вот такая красота. Такой платок, я думаю, хорошо будет смотреться и на масленицу, и в
какие-то, знаете, вот как яркое такое красивое сочное пятнышко. Размеры хорошие, 125 размер. Небольшие, не маленькие. Видите, он прекрасно укладывается на голове. Он прекрасно закрывает плечи, грудь. Вот, замотались. Надели такие яркие красные наряды. И сразу же, вы понимаете, прилив бодрости и хорошего настроения. Вот, поэтому замечательный платочек. Приглядитесь, присмотритесь. Всех ждем в магазине. Этот платок есть в наличии, поэтому приходите, примеряйте, смотрите, выбирайте. Так, и следующий. Я Ирочку просила для себя посмотреть февраль. Хотела бы. И февраль в 15-м колорите, по-моему, да? Ирочка, вот там что-то у нас. Ага, ничего. Ничего страшного. Ага, спасибо. Ирочка у нас такой молодец. Вот такой классный продавец, девочки. Просто супер. Вот, поэтому приезжайте к нам в магазин на проспект Просвещения. Вы понимаете, здесь отличное обслуживание. Мне очень нравится. Все для покупателей. Хотите померить, пожалуйста. Хотите показать, пожалуйста. Вот это же очень здорово, когда есть такое, знаете, сотрудничество покупателя и продавца. Поэтому это у нас февраль. 15-й колорит. У меня есть февраль, и даже у меня дубль февраля. Но вот я решила как-то поближе немножко рассмотреть и примерить февраль в 15-м колорите. Художник Татьяна Сухаревская. Я считаю, что это один из лучших рисунков в размерах 125-х размерах. Татьяна Сухаревская, 15-й колорит. Очень элегантный, такой спокойный, нейтральный рисунок. Даже можно его как-то вначале и не заметить. А вот когда ты его примеришь, он создает очень, знаете, такое спокойное, уравновешенное, приятное впечатление. И как рисунок, и как колориты, они нейтральные. То есть они подходят всем. Нейтральное – это не значит, что плохо. Нейтральное – это значит, что, допустим, если вы не любитель суперяркого, и в то же время вы не хотите какой-то бледный платок, вот такие платки нам помогают создать... Ну вот это... Это на выход для того, чтобы уравновесить свой образ. Это для повседневки, для будничного какого-то ношения. Ну, то есть очень красиво, достойно. Достойно. Поэтому обращайте внимание, кому нравится. Февраль, по-моему, в трех колоритах, да? Красный, седьмой, нет, и зеленый еще. Да, еще зеленый есть, я говорю, в трех колоритах. Четыре, да? Ага. А, да, то есть в четырех колоритах даже. Просто все время прибавляется что-то. Раньше был февраль в единственном колорите, когда я его покупала. И мне он очень понравился. Сейчас нескольких четырех. То есть можно выбрать. Рисунок изумительный, очень хороший. А колорит уже на любителя. Какой вам больше понравится? Так, девочки, дальше мы с вами посмотрим. У камина. У камина у меня есть в 18-м колорите. Или 19-м? 18? 19-й колорит? Нет, у вас нет, 18. У меня 18. Да, 19-й, по-моему, не прошел же, да? По предзаказу. Тут 19, по-моему, более яркий. А вот это вот тоже красивый 15-й колорит. Тоже очень мягкий. Клара Зиновьева, художник. Выпущен 24 октября 2023 года. Поэтому тоже он есть в наличии. Можете прийти, посмотреть. Очень женственный, мягкий, уютный платок. Кто не хочет, допустим, контрастных оттенков, как, например, в 18-м колорите, там все-таки черный фон, вот можно выбрать вот такой очень нежный, спокойный, изящный. Во-первых, рисунок изумительный. Во-вторых, очень красивые сбалансированные краски. Посмотрите. То есть есть сочетание такого более контрастного, темный фон. Но есть, посмотрите, изумительное. Вот эта мята. Вот эти синие цветочки, вот эти розочки нежные-нежные. Ну, вообще, очень, по-моему, очень привлекательный платок. Кто-то не любит, я знаю, девочки мне пишут, что мы любим исключительно вот с цветами. Кто-то с цветами не любит. Кто-то... А здесь и цветы, и рисунок, и все, знаете, такого очень... такого мягкого, симпатичного, небольшого размера. Кому-то не нужны яркие краски. Вот хотите такой, пожалуйста. Хотите с цветочками, вот вам цветочки. Хотите узор, пожалуйста, вам узор. Хотите оттенок нежный, пожалуйста, очень достойный вариант.
поэтому и здесь у нас, давайте я разверну, посмотри, серединка, мы ее можем подогнуть, да? И вот таким образом мы уплотним платочек, он у нас будет потеплее, уже в 4 ряда. Вот серединку мы убираем и надеваем на головушку, завязываем. И вот, пожалуйста, вы готовы. Хороший платочек, очень мне нравится. И черный мне нравится, 18-й колорит. И вот синий мне нравится. Очень симпатичный. Так, сейчас давайте я его повяжу еще вот таким образом. Потому что я все-таки чаще ношу не на голове, а все-таки вот таким образом. Мне нравится. Мне тепло. Мне главное утеплить вот шею, грудь, чтобы вот эта часть была в тепле. Особенно горлышко. Вот. Но мне нравится. Очень симпатично. Женственно. Красиво. Так, дальше, девочки. Сейчас мы посмотрим. Ну, куда я без красного? Садыши раза, девочки. Сразу же. Оп! И все становится ясно. Я ушла от красных сознательно, потому что я, в общем, у меня были красные шали, я их распродала в добрые руки. И оставила себе минимальное количество красного. Но сады Шираза, вы понимаете, меня этот рисунок не оставляет в покое. У меня есть уже два. И мне очень нравится. И 10-й колорит. Очень красиво я вам его показывала. И 7-й колорит, тоже очень красивый. Ну и красный. Я когда его увидела и посмотрела, мы снимали видео летом, когда я на себя посмотрела, вот этот красный, насколько он освежает, насколько он хорош. И вот эта мысль у меня поселилась в голове, что нужен мне этот замечательный рисунок и платок Татьяны Сухаревской. Обожаю сады Шираза. Очень мне нравится. Настолько органичный, красивый платок. И вот эти пятнышки замечательные. И сам рисунок, и размер. Ну, все в нем прекрасно. И цвет красивый, красный. В общем, люблю, люблю, люблю. Конечно, мне бы хотелось, ну, чтобы он размер немножко побольше был. Ну, допустим, 110. Ну, хорошо, 125. Потому что, допустим, если носить его в теплое, в прохладное время года, размер немножко маловат. Но в целом, допустим, вот на весну или вот под что-то, ну, он хорош, хорош, очень. Вот так. Пишите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. Есть ли у вас такая тенденция, что в нескольких колоритах один рисунок? Практикуете ли вы? В общем, достойный платок. Обращайте внимание, у кого еще нет, можно выбрать либо 10-й колорит, либо 7-й колорит, либо вот это у нас, я не представила, извините, пожалуйста. Это у нас 5-й вид. Да, шерсть мерино 100% Татьяна Сухаревская. Замечательный платочек, очень мне нравится. Вот. Отличный подарок, кстати. Я в свое время дарила платочки своим подружкам, знакомым. Отличный презент. Поэтому берите на подарки. Так, и Ирочка, я ее попросила вот такую красоту. Леопардики. Леопардики. Тоже мне очень нравится. Я все, вы понимаете, вот этот зоопринт. Да, меня не оставляет тоже в покое. Мне нравится. Хотелось померить. Это у нас шерсть мериноса 100%. Соскова галина. Нулевой колорит. Вот такая красота. Ну, вот видите, какие контрасты. До этого мы с вами видели один платок. Здесь вот такие кошечки. Кошечки, девочки. Ну, мы все кошечки, да? Такие ласковые, нежные. И в то же время с коготками. Поэтому посмотрите, какая прелесть. Как необычно. Да, вот такая киса, к поклонникам кошечек, котиков. Пожалуйста, разбирайте, девочки. Народ, торопись, раскупай живопись. В общем, красивый, красивый. Посмотрите, какой. То, что он небольшой, это только его плюс.
Понимаете, потому что когда большой, ну, опять же, вкусы у всех разные, но я вот люблю такие маленькие, аккуратненькие. Шарфики еще есть, леопардовые сны. Татьяна Сухаревская, тоже обращайте внимание. Давайте я вам разверну эту красоту. Такие, знаете, универсальные цвета, да? То есть светленький, и в то же время есть контрасты, да? Модный современный принт. Если вы не боитесь, если хотите поэкспериментировать, а почему бы и нет, самое главное, девочки, это примерить. Вот, смотрите, очень даже. Вот, мне нравится. Так, давайте я еще сзади покажу, потому что многие просят девочки показать, как платок смотрится сзади, поэтому, что, дабы удовлетворить запросы всех зрителей, пожалуйста. И спереди, и сзади. И еще один колорит. Ирочка, а здесь у вас два колорита или еще есть какие-то? По-моему, еще серенькие есть. Есть серенькие. Серенькие есть. Серенькие мы, по-моему, показывали уже. Так, это у нас леопарды 16-й колорит. Вот. По-моему, колоритов больше, да? Больше. Да, но вот в наличии есть только три колорита, поэтому обращайте внимание. 16-й колорит, здесь такая более желтая кайма. Здесь она, кстати, она не передается. Здесь она все-таки посветлее. Сейчас вот попробую поймать свет. За счет того, что яркое освещение, она немножко выбеливается. Та была такая светлая, а это немножечко такая в желтинку. Не знаю, как передать. Вот, она не такая светлая, она немножко пожелтее, но она не темная, тоже хорошо смотрится, сочетается. Вот, вот такая красота. Тоже интересный вариант. Они похожи чем-то, просто кайма немножко другая. Но опять же, знаете, для многих очень важны вот какие-то нюансы. Вот такой, а не такой. Поэтому здесь лучше, конечно, примерить. Потому что на фотографии, на видео не всегда цвета, ну, актуально отражаются. И если вы, ну, очень скрупулезно, щепетильно в этом плане, то самое время вам посетить магазин Павлова Посадской мануфактуры. На проспекте Просвещения, дом 28. Здесь вас всегда ждут в часы работы с 11 часов утра до 8 часов утра вечера без перерыва. И в заключение покажу вам платочек, который уже показывала, леопардики. Это у нас 1А. Тоже вот такие цвета. Все, кто любит синий, голубой, оттенки серого, тоже, пожалуйста. Вот. Тоже он очень симпатичный. Хорошо смотрится. Смотрите, вот. Кому идут такие цвета? Я знаю, многим идут. Как вариант, как разнообразие. Тоже можно посмотреть. Тоже симпатичный вариантик такой. Накинуть или на плечо. Тоже вот так. Хорошо. 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 Да. Сейчас давайте я еще раз покажу на голове. Вид сзади. Также, девочки, мы спрашивали про край сандала. Край сандала есть в наличии. Пожалуйста, можете брать и зеленый колорит, и коричневый колорит. Любой. Приходите, есть наличие, смотрите. Если мы не показываем, это не значит, что нет наличия. Любую информацию вы можете узнать, позвонив в магазин. Какие ваши действия? Допустим, вас заинтересовал какой-то платок. Вы его хотите посмотреть в магазине. Вы приходите, заходите на официальный сайт павлово-посадские-платки.ру. Вот, и обращайтесь к оператору. Вот вас интересует такой-то платок. Вы пишете название, колорит и город, где вы собираетесь его покупать, в каком магазине. Вот, и далее вам дают список магазинов, оператор, где есть платок этот в наличии. Далее вы звоните, нужно позвонить в магазин и уточнить, есть ли платок этот в наличии. Потому что на сайте он может быть, оператор говорит, но надо все равно перепроверить. И вы едете в тот магазин, примеряете и выкупаете. Нравится — берете, не нравится — не берете. И вот сейчас, девочки, 146-е пошли в ход. Так сказать, ух, начнем с леопардов. Так сказать, уже так
Огонь! 18-й колорит Гатсадского Галина Леопарды. Ну, мы с вами видели малышей таких маленьких, симпатичненьких. Ну, вот кто хочет, так сказать, поярче, поконтрастней, кто, так сказать, в тренде, в моде, кого, кто не боится таких больших размеров, такого яркого принта, то, пожалуйста, вот есть наличие. Очень симпатичный. Контрастный, если, допустим, сравнивать край сандала, он такой более мягкий, более нежный, то здесь, конечно, в общем, очень яркий акцентный платок. Пожалуйста, кто хочет, кому нравится, можно взять. Но я предпочла край сандала помягче. Ну и, конечно, котики. Котики, леопардики. О, видите? Мы передаем вам пламенный мяу, пламенное мур. Приходите, забирайте. Так, давайте посмотрим, как он будет на моточке. Очень приятная шерсть. Красивый, контрастный, яркий платок. Пожалуйста. Хорошо. Я когда дома развернула, ну, одно дело, знаете, когда примерка, показ, а когда ты уже с платком начинаешь общаться тет-а-тет, да, уже, так сказать, смотришь, его носишь, край сандала в коричневом колорите мне очень понравился, он очень гармоничный, он красиво смотрится, как в намотке, так в таком, знаете, раскрытом, на плечах, вообще идеально. Но вот этот тоже интересненький, симпатичненький, но, честно, для себя я пока не знаю. Мне надо привыкнуть к размерам. Маленький для меня наиболее, так сказать, к нему я могу адаптироваться. К вот такому большому размеру, 146-му и яркому колорита. Но это надо, так сказать, подумать. Вот, поэтому, кому нравится, пожалуйста, приходите. И теперь у нас девочки. У нас леопарды. Теперь у нас лягушки. 146-й размер, девочки. Я никогда не примеряла лягушечку, поэтому это мое первое впечатление. Это у нас перевыпуск. Ирочка, да? Перевыпуск. Вот такая красота. Лягушечка. Давайте я вам представлю этот платочек. Виктор Зубрицкий. Нулевой колорит. Издание 10-10-24. Шерсть мерино 100%. Так, ну вот давайте посмотрим. Примерим. Смотреть-то я смотрела, а вот как он наяву, как он смотрится. Многие, я знаю, очень любят лягушечку. Она, по-моему, была и в... как называется правильно? С просновками, да. Да, да, вот такой. Но сейчас с просновками, по-моему, нет, да? Нет, ну вот переиздали. Поэтому, у кого есть с просновками, напишите. Я знаю, многие девочки искали эти платочки. Они были, потом исчезли. Вот, это у нас лягушечка вот такая. Как правильно название? И лягушечка, лягушечка. На самом деле платочек-то называется «Царевна лягушка». Восстановленный рисунок. Да. По мотивам русских народных сказок. Красивый. Симпатичный платок. Вот. Ну, станете царевной. Не больше, не меньше, девочки. Ну, красивый. Красивый, мягкий цвет такой, знаете, он даже не белый, он какой-то такой. Ну, белые не бывают, по-моему, как бы чисто белого не бывает. Бывает, да, такой, знаете, немножко молочный, да, ванильный, да, вот такой цвет. Но очень приятный, девочки. Давайте я вот так повяжу. Вот хочется беленького, хочется светленького. Это, по-моему, такой универсальный вариант. Ну, посмотрите, а вот здесь как на шейке, да? Вот так он смотрится. Надо к нему приглядеться, присмотреться. А кто знает, забирайте, девочки. Шерсть хорошая, вот Ирочка говорит. Поэтому следующий вариант у нас. Это у нас платок
царевна лягушка, художник Виктор Зубрицкий, шерсть мельрино, 100%. Единичка. Единичка. Первый колорит. Так, вот давайте посмотрим. Вот такая красота. Здесь у нас же такой оттенок немножко сероватый. Смотри, вот тоже очень симпатичный. А еще что-нибудь есть, потому что так, сейчас на головушке покажу. Вот так. Смотрите, какие интересные цветы, узоры. Вот. Красивые. Красивый узор. Давайте покажу. Так. Поближе узор покажу вам. Вот такой красивый цветок в обрамлении. Вот так, следующий. Так. Вот такой розовенький. Ой, какой яркий-то. Какой яркий. Вот, смотрите, какая красота. Очень красивый розовый, девочки, именно розовый. Ну, посмотрите, какая прелесть. Да, такой красивый. Прям сразу же оживляет, освежает. Ну. Девочки, смотрите, как празднично. И какой красивый розовый. Обращайте внимание. Вот. Ой, яркий, сочный такой, знаете. В сочетании с коричневым очень хорошо смотрится. С бежевым, с коричневым. Посмотрите, какая прелесть. Ну? Кто сказал, что это плохо? Это необычно, это ярко, это красиво, это сочно. Поэтому всем советую. Так, и, девочки, давайте я уточню колорит. Уточню колорит. Вид четвертый. Сорт первый. Шерсть меринос. 100%. Так, и давайте теперь его покажем вам, как... Намоточка. Да. Вот так. Вот так. Здесь, конечно, девочки, можно сделать побольше, подогнуть, поменьше. В общем, варьировать, разложить. Ну, девочки, очень освежающие. Это, по-моему, знаете, как называется? Цвет манжеты. Как-то вот такой необычный цвет, красивый. Здравствуйте. Вот. В общем, приходите, смотрите, примеряйте. Самое главное – это примерить. Следующий красный. Вот. Не хотите розовый, пожалуйста. Красный. Тоже очень эффектное сочетание. Красивый красный. Такой, знаете, нарядный, яркий, сочный. Кто любит такие цвета, пожалуйста. Это у нас колорит номер 5. Платочек свеженький, чистенький, новенький. Поэтому приходите, забирайте. Выпуск 25 октября 2024 года. Художник Виктор Зубрицкий. Посмотрите, как интересно. Так. Ух, слушайте, какой зеленый красивый. Какой зеленый красивый. Такой контрастный. В белых колоритах он такой был коричневатый. Какой-то такой... более нейтральный. А здесь, ну, просто на контрасте. Ну, зеленая. Царевна лягушка, девочки. Ну, красота. Прям преображение.
надела платок и сразу же преобразилась. Смотрите, какая прелесть. Красиво, да? Мне розовый понравился и красный понравился просто. Хотя я, так сказать, не рассматриваю, но ну, красиво. Действительно, девочки, сочно. Одобрям. Берите, девочки, берите. Замечательный платок, очень хорошая шерсть, красивый рисунок. Он, понимаете, в намоточке он смотрится очень органично. Когда ты расправляешь, это одна история. А когда ты его надеваешь, драпируешь, комбинируешь, это уже совсем по-другому. Хороший размер 146, вы понимаете? Универсальный платок. Однониточная шерстяная ткань. Тепленькая, мягенькая, хорошо драпируется. Вот, в общем, с ним можно поработать очень хорошо. В общем, отличный вариант. Показываю сзади. И сейчас, девочки, еще один платок. Царевна лягушка. Мы с Ирочкой решили показать вам все. Да, так сказать, потому что есть все колориты. Есть. Да, эксклюзив. Эксклюзив все есть. Поэтому хотите быть в тренде, не хотите ждать, приходите магазин, примеряйте. Ну вот, девочки, вот этот, конечно, для самых отважных, для самых смелых. А почему нет? Многие люди любят, многим женщинам нравится, чтобы платок был яркий, сочный, акцентный. А потом, как мы уже говорили, знаете, его можно по-разному обыграть, и он по-разному будет показывать все грани своей красоты. Вот такая красота. Так, и у нас оттенок, колорит номер 2. Вот, очень симпатично. Сейчас давайте мы покажем. Вот так. Вот, видите, размеры, размеры. Ну, очень симпатично, девочки. Немножко, если большеват, вот немножко подогнули. Подогнули и потеплее плечиком здесь вам, да? Итак, уменьшили. Ну и все. В ритме вальса. Так. Вот так. Очень симпатичный. Пускай не смущает вас такой цвет. Многие любят женщин разных возрастов, яркие цвета. Мне девочки писали в комментариях многие, что любим яркие, сочные, красные, красивые такие акцентные краски. Вот, пожалуйста, вам прекрасный повод для того, чтобы зайти, посмотреть, примерить. И вот сейчас другой будет очень симпатичный платок. Царевна лягушка в колорите. Вот в таких тоже. Я, по-моему, такой уже видела. Это, по-моему, он уже был, да, когда-то и в просвете. И сейчас он есть тоже. Но вот, девочки, все нужно примерять. Сайт, если есть возможность примерить, лучше это сделать. Чтобы не ошибиться, чтобы посмотреть, что идет. Если вы думаете о том, что, ну, вот, с какой одеждой вы хотите носить этот платок, приходите в одежде, забирайте все, что вам нужно, вот, и примеряйте, подбирайте себе под одежду, чтобы вы знали, как это будет выглядеть на вас. Красивый, красивый, сочный цвет. Да. Тоже очень симпатичный. Это у нас вид 6. Вид 6. Виктор Зубрицкий, царевна лягушка, восстановленный рисунок 25.10.24 года. Поэтому тоже, кто хотел купить, кто мечтал, кто хочет обновить для себя платочек, тоже очень симпатично. Вот, поэтому посмотрите. Да. Зимой особенно вот актуальны такие краски, девочки, потому что мы все, как правило, ходим такие немножко хмурые, нам не хватает солнышка, световой день короткий, а вот такие яркие краски, они преображают и наше настроение, и наш общий внешний вид, да, украшают, подсвечивают, дают яркий, красивый акцент. И мы с вами начинаем нам улыбаться. А когда женщина улыбается, значит, у нее все хорошо. У нее все хорошо. Поэтому улыбайтесь. И в заключение, девочки, покажем вам еще один красивый колорит, тоже симпатичный, очень. Царевна лягушка. Это у нас вид 3. Вид 3.
шелковой бахромой, очень нежный, симпатичный, вот такой красивый. По цвету он мне что-то напоминает, вот знаете, цвета такие вот именно. Времена года, зима, 13-й колорит, вот что-то такое. Златы Ольшевской оттенок, вот что-то похожее, но тоже очень вот красивый. Не классический такой темно-синий, а очень-очень такой какой-то. Да, лазурный, да, вот красивый, необычные цвета. Вообще, вот посмотрите, обратите внимание, если не обратили внимания, пересмотрите видео еще раз. «Царевна лягушка», посмотрите, она в нестандартных, не классических цветах. Розовый, ну, красный, понятно, классика, там серый, бежеватый, но есть такие цвета, которые вот ну, классическими не назовешь. И вот в этом ее прелесть, что она неоднозначная, что она разноплановая, что можно выбрать и классику, и можно выбрать, я имею в виду классический цвет, потому что рисунок, он очень богатый, интересный, необычный. Один из лучших, я знаю «Царевну лягушку», очень многие любят, поклонники, поклонницы есть у этого платка и творчество Виктора Зубрицкого. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание. Ну вот, девочки, наш краткий обзор, я так предлагаю, уже закончен. Также, девочки, появились новые колориты платка, например, «Русское золото». Да? Верочка, может, покажем быстренько? Пожалуйста. Да, можно? Так, возьмите камеру, пробегите, чтобы тебя Так, я отдельно сделаю. «Русское золото». Можно посмотреть. Мы привыкли, что «Русское золото» это в основном белопольный, оберег белопольный. Появились новые колориты этих платочков, поэтому, пожалуйста, тоже можно примерить, посмотреть. Ну, я понимаю, что вам хочется, конечно, на голове посмотреть. Может быть, сейчас мы с вами запишем короткое видео, да, и потом я его сформирую и под музончик. Мы с вами подвигаемся и посмотрим. Видео у нас уже 57 минут, поэтому, девочки, мы будем потихонечку закругляться. Так сказать, новинки, которые пришли вот буквально недавно мы вам показали. Да, что-то есть на сайте, что-то есть в магазине, поэтому я вам советую обязательно примерять изделия Павлова Посадской мануфактуры, если у вас есть такая возможность, в магазине. А наш любимый магазин всегда ждет своих друзей, своих поклонников, новичков, которые хотят познакомиться с изделиями Павлова Посадской мануфактуры. Здесь всегда вам очень рады. Часы работы с 11 часов утра до 20 часов вечера. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, дом 28. Практически находится около метро, поэтому очень удобно. Богатый репертуар, все очень хорошее помещение, хорошее освещение, хорошие продавцы замечательные, которые приглашают вас в фирменный магазин Павлова Посадской мануфактуры. Всегда вас ждут. Приходите, приходите. Всех ждем. Всем желаем хорошего настроения. Пишите, пожалуйста, комментарии, какие платки у вас есть, какие хотели бы приобрести, что понравилось, какой колорит запомнился, в общем, что вас поразило в хорошем смысле. И всем до новых встреч, хорошего настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Всех обнимаем, целуем. Пока-пока.